Московские архитекторы осмотрели территорию новой набережной Дербента. Отметим, что бюро «Вау-хаус» стало победителем конкурса по обустройству береговой линии. Объект появится на побережье Каспийского моря со стороны улицы Пушкина. Протяженность набережной составит около 1,5 километра. Согласно концепции, на месте появятся современные зоны отдыха и досуга для горожан и туристов разных возрастов. В период конкурса активно развивалась пандемия. Бюро не могло посетить город Дербент, и сейчас в связи с первой возможностью специалисты прибыли на место, чтобы мы на территории рассмотрели все нюансы, еще раз вернулись к концепции, обсудили и переходили к дальнейшим этапам проектирования. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в первой половине 2021 года. Примечательно то, что набережная будет связана с нижней станцией будущей канатной дороги. Другим важным элементом является то, что проект предусматривает устройство пирсов для причаливания судов. Таким образом, новая набережная станет отправной точкой для развития побережья Дербента. Если этот проект, мы верим, что он осуществится довольно быстро, то тогда город вернется к морю. И это важно, очень важно, чтобы это была такая территория двойного назначения. Ну, прежде всего, для горожан, конечно, для азербайджанцев. Ну, и потом для развития туризма, который здесь все больше развивается. Это важно. Мне кажется, это даст городу такой рывок, новый смысл. Вот мы над этим будем работать.